Это сама Клеопатра, скорее всего, да? Да, это сама Клеопатра. Оксана пошла на сам пляж, а мы пройдемся. Я хочу поснимать здесь, потому что очень красиво. Сейчас идем искать черепах. Не знаю, найдем или нет. Ближе к горе подойдем. Там какая-то еще пещера, да, Людмила, да, ты говоришь? Красиво там? Да? Ну все, тогда. Всякие сувениры продают. Свадьба. Нашла? Где она? А, вон, вот. Смотрите, тут продают картины. Цена, ну даже не знаю, в чем это. А, в лирах. Такая картина 550 лир. Они на продажу. Много людей сидят, просто отдыхают, как пикники, да, устраивают. Я смотрю, многие кто кушают, перекусывают. Вот семья.
Don't stop. Вот, друзья, я дошел до входа в эту пещеру. Давайте узнаем, сколько стоит. Открывается в 10, закрывается в 19. Так, 6 лир вход стоит. Да? Друзья, дали жетон, кидаю. Все, захожу. Ну давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Сталактиты. Зря, конечно, я не взял фонарик. Так, надо спуститься вниз. Надеюсь, будет видать хорошо. Скамеечки стоят, кто хочет отдохнуть. Так, что-то тут написано про историю, может, пещеры. Так, и это все? Нет. Куда еще проход? Я так понимаю. Ой, друзья, я лезу вниз. Ладно, буду вылазить. Все, я выхожу с этой пещеры. Ну, друзья, впечатления какие? Ну, 6 лир зайти посмотреть. Пещера небольшая, стоит 6 лир посмотреть сталактита. Не знаю, смотрите сами. Но я один раз там побывал, второй раз я, естественно, туда уже не пойду. Сверхъестественного такого вау ничего нету. Хоть пещер ни разу никогда не был. Вот, дальше. Жарко. Душно, жарко там. Ну, небольшая пещера, люди сидят просто, не знаю, что они там сидят, смотрят. Глаза устают очень. Во-первых, темно, хоть и есть искусственное освещение, но глаза почему-то у меня устали. Сейчас я спускаюсь сюда уже к морю. Людмила посоветовала вон туда вот сходить, что-то там можно посмотреть. И потом я уже пройдусь уже отсюда и туда, к Оксане пойду. Вот такой вид здесь. В том году я ездил вот на этой яхте. Белая яхта Сападеры. Как раз мы приплывали также поближе к этому пляжу. Но сейчас уже я смотрю, так сказать, с другой стороны. А вот здесь как углубление получается находится. Вот встретила Людмилу.
вот он, в общем, пляж, друзья. Будем мы отдыхать, загорать. Цвет воды, кстати, совсем отличается от цвета, который у нас в отеле. Ну, расскажу вам первое впечатление о пляже Клеопатра. Во-первых, прикольно. Камешки такие, приятно ходить по ним. Я всегда в сланцах, уже, наверное, заметили. Ну, а по этим камням прям такие вот маленькие, аккуратненькие. Юра, твои впечатления о пляже? Очень хорошие. Хорошие? И вода. Вода совсем цвет другого. Мариам, да. Тебе понравилось? Мне очень понравилось босиком ходить. Босиком, да? Очень приятно, да. Ну, сейчас будем искать Оксану и пойдем босиком как раз. Да. Где-то там впереди Людмила. Давно люблю пляж Клеопатра. Все нравится, опять да? Опять люблю, да. Каждый раз люблю, когда выхожу. Все. Так что приезжайте. Приезжайте в Аланию. Добро пожаловать. Все, мы собираемся. Посидели, отдохнули. Сейчас идем к Оксане. Вода, конечно, прозрачная. Отошли вот немножко, буквально изменился песок, он как-то помельче стал, больше песка здесь. Давайте посмотрим, вода какая. Ну да, дно тут уже совсем другое. Кстати, лежаки здесь платные, надо будет с кафе что-нибудь купить, и тогда вам предоставят лежак и зонтик. Лежак будет с матрасом. Многие люди просто лежат на песке, то есть, чтобы не покупать, не платить. Мы также не покупали. Мы уже решили идти обратно. Туалет платный, душ бесплатный.
Очень много вдоль пляжа находится спортивных площадок, спортивных тренажеров, так сказать. Люди занимаются. Скажи, Оксан, свой отзыв о пляже Клеопатра. Начинается. Привет всем. 10 раз в России, в Турции, ни разу не была на этом пляже. Обманываю, конечно, была, только не так. Советую всем приезжать именно на этот пляж, отдыхать и на целый день. Желательно с утра прямо и до самого вечера. Все великолепно, все прекрасно, чистенько, везде всякие построечки, везде можно пофотографироваться. Вообще супер, песок супер, вода просто. Вот вам даже покажу, это морская вода, именно набрана с пляжа Клеопатра. Короче, все классно, все такое. Приезжайте. Нечего сидеть в отеле, да? Нечего сидеть в отеле. Все нормально, приезжайте, тусуйтесь. Да. Спортсмены. Я побежал тоже. Давайте мы вместе. Да, да, да. Друзья, договорились за такси. $15 за всех от пляжа Клеопатра до отеля. Так что разговаривайте, торгуйтесь. Сейчас поедем уже в отель.